Добрый день, у меня вещь еще не законченная, но тем не менее я хочу ее показать, потому что я уже на финишной прямой. Вы помните, что 3 недели назад я хотела шить мантию по выкройке Кристины Юсуповой из ткани с принтом, с черно-бело-зеленым. Но после первой примерки оказалось, что вещь очень пестрая, она не моя, поэтому из принта я сшила очень симпатичный бомбер. А от мантии у меня остался подготовленный стеганый подклад, подкладка. Это вискоза на флисе. Поэтому мне просто нужно было сделать эту мантию, чтобы подкладка просто так не пропадала. Я нашла новый футер. И даже тут есть симпатичный принт, вот такой диджей. И собрала мантию. Мантия получилась очень неплохая. Из плюсов. Выкройка мне понравилась. Единственное, я в ней опустила линию плеча на сантиметр. Просто потому, что у меня плечи более покатые, чем у типовой фигуры. Еще мне очень нравится в этой выкройке то, что здесь очень интересный капюшон. Он красиво драпируется на полочке спереди. И очень хорошо мне нравится, как лежит на голове. Из минусов. Когда я пришивала молнию, я срез не натягивала, а наоборот он у меня оказался припосаженным. Поэтому вот здесь, около молнии, образуются некрасивые такие складки. Очень некрасивые. Поэтому я сейчас остановилась, чтобы подумать, что можно сделать. Единственное, что мне пока приходит в голову, это вот так вот поднатянуть, подсобрать, чтобы вот эту вот складочку увести. Либо я сделаю выточку, либо уведу вот в технический шов, который у меня тут есть. То же самое с этой стороны. Тут присобирается немножко меньше, но все равно подтянуть хочется. И я подумаю, как обработать низ изделия, потому что у Кристины там просто все обрезано, необработанный край, а у меня подкладка, она махрится, и поэтому что-то нужно внизу тоже придумать. А так, в принципе, я хочу сказать, что Кристина советует шить эту мантию из футера трехнитки, либо из футера с начесом, и она абсолютно права, потому что вот у меня двухнитка, и она форму не держит, и мантия смотрится не так эффектно. А там, где вот у меня подкладка с флисом, все очень даже смотрится так, как надо. Мне очень нравится. Вот такой у меня эксперимент. Я думаю, я надеюсь, что он завершится удачно, и уже на следующей неделе, а может быть еще раньше, мантия будет готова, и я пойду ее выгуливать, тем более, что погода прямо вот самая-самая подходящая. У нас +10, +14, поэтому оставайтесь со мной, будем экспериментировать дальше.